Добрый день, друзья! Сегодня пришел тот момент, когда мне захотелось с вами поговорить на тему, как я стала партнером компании Global Intergold. Я уже 5-й месяц компании, и до этого момента все никак не решалось начать беседу, разговаривать напрямую, вживую с вами. А сегодня, наверное, такой этот день пришел, и мне бы очень хотелось поговорить с вами, как я начала бизнес в этой компании, что я делаю, чем я занимаюсь. Немножко расскажу вам о компании, самой компании Global Intergold. Друзья, как я начала? Я, как и обычный человек, вышла замуж в Турцию. Живу здесь 3 года. Была постоянно сама я по образованию медик. Здесь устроиться медсестрой у меня не было никакой возможности. Я очень хотела работать, потому что я всю жизнь привыкла работать и привыкла быть финансово независимой. У меня нет никаких проблем. Муж меня обеспечивает все, но я хотела, конечно, улучшить свое финансовое положение, потому что компания предлагает и позволяет изменить свое положение. Также я думаю о детях моих, о внуках, которым хочется приехать почаще ко мне в гости. Мне тоже хочется почаще быть на своей родине, ездить, а также путешествовать. У меня какие-то мечты есть, я же живой человек. Одно и то же всю жизнь надоедает. Да, у меня сейчас изменилась жизнь, я много чего увидела здесь, живя. Но все-таки я хочу сделать это, помочь и своим детям, своей семье тоже пожить так, как я живу сейчас. И, знаете, человек, который постоянно работал всю жизнь и вдруг сел на одно место, отдыхает, это очень тяжело. Я здесь, естественно, мне все надоело отдыхать. Я потихоньку начала впадать в депрессию. Хотя я находила всегда себе занятия. Я утром вставала рано, шла на берег, ознакомливалась с городом постепенно. И находила себе какие-то развлечения, но это все приедалось. Начала смотреть турецкие сериалы, передачи турецкие, готовить еду, там, чтобы чему-то обучаться. Все, но все это надоедает, когда ты свои деньги не зарабатываешь, не имеешь свои деньги. Все это, как говорится, приходит всему этому конец. И я вот смотрю, вот часто, постоянно в интернете находилась, естественно, и какие-то объявления были, работа в интернете. И ставила плюсики. Потом, когда люди мне писали, я вообще не могла понять, как можно заработать деньги в интернете. Понимаете, я всегда работала по найму. Я знала, что надо уходить утром, приходить вечером, и 6 дней в неделю надо работать. Еще кому-то подчиняться, еще многие недовольные. Какие-то замечания, нервотрепка, усталость. В общем, я всю жизнь себя посвятила семье и этой работе. И вдруг тут мне предлагают заработать, сидя в интернете, у компьютера. Для меня это, конечно, было все очень интересно и неправдоподобно. Люди предлагали мне, люди мне, значит, звонили, мы созванивались, и я постоянно чего-то пугалась. Вдруг меня обманут, с кем-то посоветуюсь из близких, подруг или родных. Мама, не надо делать, там, Света, это все вранье, тебя хотят деньги содрать. Я останавливалась и, конечно, отказывалась от всех этих предложений. Но жизнь-то шла, люди жили хорошо, кто мне отговаривал, а у меня не изменялось никакое положение именно с моей личной стороны. И я постоянно так была в поисках работы по интернету. Обучилась очень многим... Извините, сейчас я компьютер. Я, значит, продолжала искать работу, и какие-то компании меня заинтересовывали, но останавливало то, что они что-то предлагали мне купить и продавать. Это меня тоже останавливало, не имея здесь родственников, ни близких, ни подруг, кому бы это все продавало.
И, естественно, я уходила. И вдруг я была в таком отчаянии, просто от безделья. От безделья, скука. Наскучило мне все сидеть одно и то же. И я самостоятельно стала искать что-то для себя нового. И вдруг я наткнулась на предложение моего лидера Евгения Левинта. Она в каком-то посту написала, что она так довольна своей жизнью и зарабатывает, и все. Я это взяла ее сообщение на заметку и потом вернулась к ним, нашла и написала. Я говорю: извините, а можете вы мне объяснить? Она говорит: я сразу позвоню тебе, давайте. Мы с ней поговорили, когда она мне загрузила свои информации, мой мозг чуть не взорвался, потому что столько информации я получила и ни в чем не разобралась. Я ей попросила, говорю: уважаемая, говорю, вы мне пришлите презентации, я сама спокойно посмотрю и разберусь, потому что тут золото, как можно золото? Это было для меня китайская грамота. Она мне прислала необходимый материал, я с ним ознакомилась до утра, пересмотрела 20 роликов, она мне видеороликов, моим столько было информации получила. Я не проспала, я где-то под утро заснула, встала, я опять пересмотрела, я 3 раза пересмотрела, и потом я приняла решение, что эта компания мне подходит, золото, и золото, оно и в Африке золото, самое красивое, как говорится, никогда не портится, все его знают на протяжении многих тысячелетий, я знаю, что когда финансовое положение не очень хорошее, его можно пойти, сдать в ломбард, продать, и ты получишь реальные деньги. То есть это подушка безопасности. И я решила, что я стану партнером компании Global Intergold. Я начну свой бизнес в этой компании. Друзья мои, но, как всегда, мы хотим начинать, но у нас какие-то есть причины не начать все это сразу. Может, какая-то неуверенность, может, мы кого-то спрашиваем и нас отговаривают, может, еще у кого-то финансовая проблема, они могут найти какую-то определенную сумму для того, чтобы сделать старт. И знаете, что я посоветую вам? Не надо никого слушать, и это немножко мне оттянуло мой вход в этот бизнес. Не надо никого слушать. Нужно, если вы приняли решение, то вы начинаете сразу, никого не слушайте, потому что вы живете своей жизнью. Другие не знают, что творится в вашем доме. Поэтому сразу начинайте и начинайте уверенно. Будьте уверены в своей победе, в том, что у вас все получится. Поверьте мне. Это только ваше решение, и будет очень много несторонников, которые будут отговаривать от вас. Я, войдя в бизнес, потеряла очень много знакомых, даже близкую подругу. Но это меня не сломило, я пошла вперед. Я была раньше очень закомплексованным человеком, проживя в Турции, потому что я не владела хорошо языком, я не нашла работу, у меня не было знакомых здесь, подруг. Я сидела дома, занималась делами домашними и, естественно, с мужем. Все, что связано с семьей, занималась этими делами. А тут вдруг компания, тут столько людей, 3 миллиона клиентов этой компании, друзья мои, из 200 стран мира. Здесь общение, здесь команда как семья. Они все доброжелюбные, добродушные. Мы собираемся постоянно на вебинарах, общаемся на партнерских встречах, тебе здесь дают слово. Я стала разговаривать, я научилась говорить, я стала уверенной в себе, у меня появилось очень много идей. Я могу сейчас кричать о своем бизнесе, обо мне, не только о бизнесе, а обо мне как о личности. Я горжусь тем, что я нахожусь в компании Global Intergold, и у меня есть свой бизнес. Это бизнес, как и компании, но когда ты становишься партнером, я считаю, что это и мой бизнес. Я знаю, что сегодня, может, у меня какие-то проблемы, я не могу заняться им, но через пару дней, недель я опять приступлю, и у меня никто не отберет его. Это мой, как говорится, кровный бизнес. Компания Global Intergold, сейчас я расскажу о ней, что это такое за компания и
почему стоит вам всем обратить внимание и начать бизнес с ней, кто хочет реально заработать деньги. Здесь деньги, сколько ты заработаешь, зависит от вас, мои дорогие. Если ты будешь активно работать надо, халявы здесь нету, здесь надо работать. Как работать? Постоянно быть в интернете, постоянно нужно рекламировать, постоянно надо общаться, надо объяснять любому, каждому, кто заинтересуется в твоем бизнесе и кто захочет начать бизнес в твоей компании. Поэтому наберитесь много терпения и, как говорится, только вперед, не падайте духом. У вас очень много будет отказов, будет негативных комментариев, когда вы будете рекламировать. Никого не слушайте, вы должны быть уверены. У нас все есть доказательства на то, что компания легальная. Компания Global Intergold – это интернет-магазин, который торгует инвестиционными золотыми слитками. Пробы 4 девятки, 24 карата, весом от 1 грамма до 100 грамм. Также в компании Global Intergold есть программа Fractal Stock на ценные бумаги. Это пассивный доход, это гарантия и гарантия ваших финансов на протяжении нескольких лет. Потому что ценные бумаги увеличиваются в цене каждый день. В ценных бумагах мы получаем 12% годовых и 6% бонусов. И если вы будете на ценных бумагах также рекламировать, приглашать людей, вовлекать в свой бизнес, то вы будете иметь на этом зарабатывать бонусы через золото, а золото – это и деньги. То есть мы зарабатываем на золоте. Золото мы можем продавать в наш интернет-магазин и выводить деньги на наш банковский счет. В скором времени обещают компания каждому банковские карты. Свои будут карты, мы будем без проблем получать деньги в любом банкомате, который выдает валюту евро. Также, друзья мои, гарантия легальности нашей компании в том, что наши финансовые партнеры – это государственные банки, такие банки, как Турецкий банк, Ижбанк, и испанский банк Сантандер и очень многие другие компании зарегистрированы в Англии. Раньше она была под другим названием M-Goldex, но став большим холдингом, увеличив свои масштабы, ее переименовали и компанию Global Intergold. Что еще могу сказать, что в компании 3 миллиона клиентов из 200 стран мира. У нас 5 офисов. Друзья мои, действительно, если вы хотите, если вы уверены в своих силах, если вы хотите действительно заработать деньги, то, пожалуйста, добро пожаловать к нам в компанию. Вы заработаете только здесь и сразу большие деньги. Все зависит от вас. Самое главное, вы должны верить в себя, в свои силы, идти вперед и не осматриваться назад и не слушать никого вокруг. А верить во своим лидерам, которые достигли больших результатов и сколько лет проработали в компании. Друзья мои, мне кажется, я буду подходить к концу, о чем хотела я с вами поговорила, и это только начало моей презентации, моих выходов в эфир. Я только начала, и ждите меня, меня уже не остановить. А с вами была Светлана Ата. А также подписывайтесь на мой канал на YouTube. И все это благодаря компании Global Intergold, которая раскрыла во мне такие возможности. Пока-пока, до свидания.